Итак, с сегодняшнего дня начинаем изучение новой команды. Она будет называться условно, ну, наверное, 8, так как это команда восьмерка, но наоборот. Фунтик, давай продемонстрируем. Иди ко мне. Давай, восьмерка. Молодец, молодец. Вот, восьмерка это будет такая же, точнее, команда 8, она будет такая же, как восьмерка, только он будет идти задом. Сегодня первый день, начинаем обучение, и мне прям интересно, через сколько дней он ее научится выполнять. Будем пробовать делать так. Фунтик, давай. 8, 8, давай, 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 8, и дадим ему лакомство. И все. И так до бесконечности. Обратно. Итак, значит, я столкнулся сейчас с проблемой с фунтиком. То, что когда он делает обратно, да, команду восьмерку. Кстати, я ее называю все-таки не 8, потому что на 8 почему-то он не соображал, что надо делать. Ну, может быть, я психанул. Я переименовал эту команду на обратно. Иди сюда, фунтик, ко мне иди. Вот, и теперь у меня проблема, то, что он когда идет задом, вот сюда, он у меня попуську свою куда-то уводит назад. А мне нужно, чтобы он ее уводил сюда. Пока я ставлю руку вот здесь, сзади. Посмотрим, что же, конечно, из этого выйдет. Надо сделать так, чтобы он конкретно вот так вот задом шел, шел прямо вокруг вот так ноги. Посмотрим, что мы сделаем, что-нибудь придумаю. Вот, потом будет итоговый результат. Фунтик, обратно. Молодец. Так, а давай еще. Фунтик, обратно. Молодец. А давай еще раз попробуем. Фунтик, иди ко мне. Иди ко мне. Где ты? Где ты? Давай, стой. Стоп, стоп. Фунтик, обратно. Ну, молодец. Через одну ногу научился. Сейчас у нас вторая задача. Это чтобы он научился вокруг вторую ноги ходить. Я думаю, что это будет, скорее всего, чуть-чуть быстрее. Но, конечно, это не факт. Фунтик, скажи что-нибудь. Ну, говори. Фунтик, говори. 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 Давай. Говори. Говори. Ну, говори. Говори. Молодец, говори. Молодец. Фунтик. Обратно. Молодец. Вот оно что получается во втором этапе обучения хождения задом между ног. Сначала мы научили эту команду. Иди сюда. Стоп. Фунтик. Задом. Но все равно сделал. Молодец. Давай еще раз. Фунтик. Обратно. Оп. Молодец. А теперь вот второй этап. Иди сюда. Ждать. Обратно. О, научился. Я хотел сейчас заснять, как он только обучается, а он уже научился. Фунтик, молодец. Сейчас мы доведем до идеала эту команду. И все будет нормально. Будешь ходить задом между ног. Умничка. Умничка. Стоп. Фунтик, обратно. Давай еще. Обратно. Обратно. И давай еще. Обратно. Обратно. Ну, молодец. 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 Обратно. Обратно. Молодец. А давай еще. Обратно. Обратно. Умница. Умница. Молодец. Молодец. А давай еще. Обратно. Обратно, обратно. Ай ты красавчик, ай красавчик. Давай, восьмерка. А давай, обратно, обратно. Ну все, ну все, молодец, держи, держи, красавчик.